Танцы, песни, локальный юмор и фразы, которые понятны только причастным, а также слова благодарности любимым учителям, родителям и персоналу школы. Все это неизменные составляющие последнего звонка. Не стали нарушать традиции и ученики 41-й школы. Со смехом и слезами они попрощались со своими школьными годами. Последний звонок – это не просто праздник, это новая глава для наших ребят. И у них все только начинается. Ребят, у вас на сегодня есть все. На празднике почетным гостем стала и глава Самары Елена Лапушкина. Она поздравила ребят с этим знаменательным днем и пожелала быть успешными, отлично сдать экзамены и быть достойными гражданами страны и города. Кем бы вы в дальнейшем ни стали, всегда берегите и цените школьную дружбу. Всегда помните и будьте благодарны школьным учителям. Ну и, конечно, ваших уже свершившихся успехов и грядущих успехов есть огромная часть любви и заботы ваших родителей, ваших родных и близких. И, конечно, эти люди достойны любви и заботы вашей. Не бойтесь идти к своей цели, не бойтесь трудностей. И, как говорится, в добрый путь. Завершилось торжество традиционным школьным вальсом. И непосредственно самим последним звонком, который дали 11-классники, претенденты на золотые медали по окончании школы. После этого ребята отправились продолжать подготовку к экзаменам и выбирать дальнейшее направление в учебе. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.